Как-то, подожди. Land and Home. Да. Ну слушай, ты же брал меня на работу в октябре 2015 года в Берге, когда работали на бульдозер, и там еще на катке экскаваторе работал. А чего ты не можешь, что ли, заплатить или не хочешь? Подожди, может быть, не хочешь или не можешь, Да или нет, подарил я могу кому-то, и я не знаю. продать. Вообще-то я с тобой разговариваю. Ты же меня взял на работу. Я же, по-моему, выполнил все Ну эти. так я вроде там всем заплатили, но я не понимаю, как бы кому я не заплатил. Ну я не Все знаю, деньги может быть, всем платил поминутно. по какому-то другому принципу. Может быть, ты им дал и те деньги, что я заработал, я не знаю. Может, нет, конечно, да, естественно, как бы просто. Подожди, я, наверное, должен был по следующему принципу сделать. Я должен был сначала поработать, а потом попросить, так, наверное, да? Я не знаю, ты просто должен был, ну, то есть, если, вот, то есть, кто-то что-то тебе не заплатил, как бы, так звони мне, спрашивай, в чем проблема? Слушай, У нас находится. а я всегда думал, что не так надо. И слушай, может, я неправильно поступаю. Может быть, я думал так, ага, пообещали, сделаешь это дело, мы тебе заплатим. Я сделал, мне не Ну да. заплатили. И что, знаешь меня, ну Далеко это слушай, ну пошли. ты вообще можешь мне ответить, назвать причины, почему тогда не заплатил? Да тогда мы все заплатили, я все, всем Ну все так заплатил, скажи, как бы. если ты все заплатил, так значит, ты и мои деньги кому-то заплатил? Ну да, ну конечно, да, А что кому такое? ты заплатил их? Ну, не знаю, там был бригадир тогда, который дальше Ну, все расставлял по. Ну. я именно так и думал. А ты говоришь, я не в своем уме. Не, ну так просто, Так ну ладно, подожди, я а тебе как скажу, ты, а просто я как скажу, ты мог так так это же. взять чужие деньги и отдать непонятно кому? Это тот, Так ты который, блин, понимаешь, солярку у тебя из бульдозеров сливает, что по утрам по 8, по 12 сантиметров не хватает. Это ты ему ну еще да. и деньги мои отдал?